Надвор'е канчаткова павярнула на зіму. Яўгенія Трызна з вёскі Такары Бабруйскага района да халаду і марозаў рыхтуецца асабліва. На сваім падворку яна разводзіць экзатычных птушак. Для незвычайных гадаванцаў гаспадыня падрыхтавала ўзмоцнены рацыён і зімовыя кватэры. Подворок Евгении Трызны больше подобны на засад. Кашки, мандаринки, цацарки, фазаны, паулины, декоративные куры, каля сотни птушек 15 видов. Первому господарце Евгении Александровны з'явился прыгажун фазан. Фазан был охотничий. С белой шейкой, конечно, я его помню очень хорошо. Но они простые в содержании. Я их подержала буквально год. Ну так вот немножко уже я поняла, как за ними ухаживать, как что. Вот. Потом я купила вот этих золотых фазанов, уже покрасивее. Разведением экзотов Евгения Трызна занимается годов 8. Рознокаляровая, шумливая господарка занимает шмат часу, сродков и сил. Але для Евгении Александровны все это у радость. По словам господыни, она разводит птушек не на продаж, для души. Это не игрушка, это живое существо, за ним надо смотреть, его надо любить. И они это чувствуют, когда их любишь, когда их жалеешь. Головная задача Евгении Трызны – правильно подрыхтоваться до будущих морозов. Кажа, яе гадаванцы наши зимы переносят добра. Андрей Шуляк, Ирина Бардзеловская, Александр Тарасов. Новини регион.